На протяжении многих лет в управлении Министерства внутренних дел по Ленинскому району существует добрая традиция. В Георгиевском храме города Видное офицерам и сержантам полиции вручают погоны, соответствующие очередным присвоенным званиям. Святой Георгий Победоносец с давних пор является покровителем российского государства и его защитников. Поэтому именно в Георгиевском храме проходит вручение очередных званий сотрудникам МВД. В начале церемонии священник Дмитрий Довбыш отслужил молебен на начало ратного служения перед иконой великомученика Георгия. В святом храме все мы с верой, благоговением, страхом Божьим, входящих в огонь Господу помолимся, Господи, помилуй. В этот раз количество тех, кого повышают в звании, немного, всего четверо. Но от этого церемония не становится менее торжественной. Новенькие погоны сотрудникам вручил заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району, полковник внутренней службы Игорь Ландфанг. Отец Дмитрий преподнес каждому подарок – небольшую иконку Георгия Победоносца. Многие сотрудники желают того, что вручали погоны именно в храме. Потому что это не только красиво выглядит, и все больше и больше родственников приходят на данное мероприятие, но и большая ответственность перед государством, но и перед, наверное, верой. Традиция появилась в 2011 году по инициативе настоятеля храма Александра Невского Дмитрия Довбыша. За эти годы несколько сотен полицейских получили очередные воинские звания, но уже в главном храме Видновского благочиния.